Союза. Вот это убийство политических оппонентов стало такой традицией. Продолжается это сейчас при Путине. Я думаю, что на самом деле сегодня путинский режим — это такой вид фашистского режима, который очень серьезно угрожает всему миру. Это, пожалуй, самая большая угроза всему человечеству, которая была за всю историю человечества. Сегодня, по сути, сформировалось такой конгломерат, я бы так сказал, мафиозного государства и неофашистского государства, что-то, так сказать, напоминающего, так сказать, Четвертый Рейх. Такие книги, как вот книга моего хорошего товарища Друга Юрия Шлипа, они важны. Пользуясь случаем, я хочу начать с того, что с воцарением Путина, с приходом КГБ, ФСБ к власти в России в 2000 году, политические убийства опять стали нормой. Там всегда уничтожали оппонентов за критику, всегда проводился террор против инакомыслия, всегда было только одно единственное правильное государственное мнение, и всегда Россия была органически склонна к экспансии. Путин будет казнен. Я бывший сотрудник КГБ, бывший сотрудник внешней разведки КГБ. Я прочитал книгу Юрия, это просто замечательная книга. Это бомба просто, медийное появление такой книги. Эта книга должна стать настольной у всех людей, у которых болит душа за право, за Россию, за Украину, за постсоветское пространство и за весь мир. Книга вышла здесь, в Киеве, на Украине, и она крайне ценная для Украины, потому что Украина находится на первом рубеже. Поздравляю и Юлия, и Юру, и его соратников с огромной проделанной работой. Весь мир, все мировое, международное сообщество, если мы хотим предотвратить вот эти политические убийства, должны объявить Путина врагом номер один всего международного сообщества. Он должен стать нерукопожатным, он должен быть привлечен к ответственности за все те злодеяния, которые он совершил в Грузии, в Украине, в Сирии и теперь по всему миру. То есть никто не застрахован, как Игорь сказал, России, путинской России, она без границы. Никто сегодня не застрахован от посягательства на жизнь, на угрозу применения оружия, насилия со стороны Путина и путинского режима. И поэтому теперь уже Путин перестал быть исключительно чеченской проблемой, грузинской проблемой, украинской проблемой. Путин является проблемой номер один всего цивилизованного мира. И мир это должен признать. Книга «Как Путин убивает за рубежом». В этой работе я собрал максимально все возможное, всю имеющуюся основную, главную информацию о том, как убивает Путин, принимает решения. Путин создал несколько систем убийств, фактически 5 систем убийств. Первая система убийств – это убийство людей в международных вооруженных конфликтах, которые осуществляет Российская Федерация, ну, общеизвестно, на территории Грузии, Украины, Сирии. Вторая система убийств – это тогда, когда Российская Федерация проводит так называемые контртеррористические операции. Третья система убийств. Это как раз-таки убийство, видите, здесь на книжке указано, острые чекистские мероприятия. Это убийство в рамках острых чекистских мероприятий. Четвертая система убийств, которую создал Владимир Путин, уничтожение людей. Это убийство, уничтожение в местах лишения свободы. Ну, естественно, на территории Российской Федерации. Пятая система убийств – это то, что в Российской Федерации в результате неправильно выстроенной, по большей части игнорирования ситуации с коронавирусом, погибло более 600 тысяч людей. Вот эта книга должна быть настольной и у министра юстиции Украины, должна быть настольным у руководителей всех спецслужб Украины. Данная книга должна быть на столе у каждого народного депутата Украины, у президента Украины. Почему? Потому что это те вопросы, которые сейчас являются мега актуальными для Украины. И эта книга, она, скажем так, как, ну и действительно имеет еще, повторю, многостороннее значение. Я приветствую выход этой книги. Поздравляю автора этой книги, Юрия Юрьевича Шулипу,
что эта книга наконец-то появилась в информационном пространстве. Ну а в дальнейшем, конечно же, эту книгу необходимо перевести на английский язык, для того, чтобы она стала настольной также в Вашингтоне у тех лиц, которые уполномочены принимать решения в сфере борьбы с российской агрессией.